17 июня. Выдвигаемся по маршруту Павлодар-Щучинск-Боровое. Посмотрим, что из этого выйдет. У нас там ОДА показывает 310 тысяч. Снимаю наш зеленый прекрасный Павлодар. Так, не цокать мне здесь. Нет, чтобы зимой смотреть и ностальгировать. Может, куржу супа 1 мая. Улица Мира. Правда, недолго ей осталось, улица Мира быть. Уже новое название придумано. Выбрано, точнее. На автобан, говорим пока городу Павлодару ненадолго, но мы отлучимся. Оба, все, мчим до Астаны и дальше Щучинск. Время выезда 9 часов. До Астаны планируем доехать, там переночевать, а завтра уже остаток добить. О, солнышко нас провожает. Наши заливные луга. Первая наша остановка. Санитарная, так сказать. Кафе «Кочевник», Кебастус. 120 километров позади. Темная поздней ночью нас встретил и проводил Нур-Султан. Как всегда, две коляски впереди, кокшетау. Хватило нас вчера ровно до 2 часов ночи. Съехали с трассы и баиньки. Осталось буквально 150 километров, наверное, до Борового.
20 километров на Борового. Уже обильная растительность появляется. Уже интереснее становится. А то все степи да степи. Прямая. Вот оно, Боровое, Бурабай, современный лад, если. Вот-вот, и мы на месте, можно так сказать. Крымские бани еще здесь даже есть. Крым наш. Крым ваш, да. Кайнар. Кэшвиль. О, господи, запутаться можно в этих указателях. Не сегодня. Не сегодня, не сейчас. Едем, едем, петляем по бурабайским серпантинчикам. Камеры, камеры. Вода слева по борту, вода. Так, 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 так. Что здесь можно увидеть? Что можно посмотреть? Мы в пробку сейчас попадем. Даже пробки есть. Симпатично так. Мечеть, да, с правой стороны. Мешить. Поменьше мусора, чем у нас. Так. Мишки, смотри, да? Мишки забавляются. Еще. Это как эти хохлы. Тише, тише. Это что вообще? Сейчас полезем наверх. На колесе. На колесе. Так, ну поехали мы кататься. Теперь мы не вперед едем. Не вперед, а вверх. Кабиночка.
поднимаемся по облакам. Так, смотрим. Рассматриваем Шучинск. А там где-то вдалеке, километров 1000, наш Паладар. Ну не 1000, а 700. Свет? Ты что сделал? Автоматик. Высота там. Пляжик такой здесь миленький. Будем плавать. Да, береговая линия прям огромная. И везде лед растянут потихоньку. Там по чуть-чуть. Белка Александровна. А вот и вода. Ой. Вот и добрались мы до воды. Приятный такой. Не песок, а мелкая-мелкая галька. Приятно. Деревья цепляются до последнего. Вымывает, подмывает. Плавненько подходи. И Гуля тут подходит. Что вы думаете о творчестве Децела? Да, пахнет как белокурихи, да? Там змея. Алина, ты кошелек твой где? Я положила. Что вам надо? Нам надо шоколада. Справа дискотека, но у нас здесь потише. Красиво, симпатично. Свежо. Прикольно. Кто-то заморочился. Там с той стороны пират есть. Лена, ты видела пирата? Где? На мачте. Он костлявый. Орудие, смотри, по бортам. Видишь? Как будто пушки. Даже цепь якорная есть. Не трогай. Вот эти. А это что? Бел.
Поменяли мы транспорт. 01 борт. Да, Марго? А? Нам Титаника не надо. Едем с Бурабая в Щучинск, или с Щучинска уже в Бурабай, слово непонятно. По кругу проехались, ищем место заселения. Как-то все печально здесь, ну понятное дело, суббота, на улице погода шикарная, все забито, все битком. Да, ого-го, все ниже и ниже спускаемся. Завершение вечера, велопрогулка. Че, как, спортсмен, нормально? Паровое, как оно есть. Люди включились. А вы один? Все повылазили на улицу. Ну правильно, солнце спало, да? Полегче стало дышаться и пошло-поехало. Народу, да, километр. Сезон отпусков. Во всей красе. Рация неугомонная, стоит на зарядке и все мало. Please change your battery.
Все, Акжол. Акжол нам. Доброй дорожки. Это вот мы все вдоль озера едем. На выезде с На выезде с Бурабая. Вот дикие пляжи, прям несколько километров. Машину паркуй. Ну вот. 10 метров и вода. Вот так незамысловато паркуются люди. Ну, вариантов нету. Есть парковка платная, но до нее идти топать еще. Ой-ой-ой. Здесь машины стоят спокойно в тенечке. И создают нам помеху. Да? Водичка. Хорошая, тепленькая. Да, 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 сегодня 30 чем-то градусов. Неплохо прогрелась. Ну, на этом, наверное, все. Трансляцию прекращаем. Следующий маршрут у нас, следующая точка — это Нур-Султан.